No i imię Kartiny, opsie Kartiny Mira, który byli, a? Był Mir, który wznikł pośle Westfalską, da? Mira. Był Mir, który wznikł pośle Więskowo, da? 1815 roku. Z точки зрения Zapada ich ustraiwa Mir, który był w XIX wieku, da? Z 1815 ustraiwa da? Granica między Zapadem i Rosyjską Imperią, da? Gdzie to na Wiśle, da? Wot ich ustraiwa i prosta etot mir, eta kartina nie ustraiwa na 100% w Wielkiej Brytanii i eta as nasz asnawnoj sojusznik. Daj Bóg, żeby w Soединенных Штатах, но я в этом убежден, посмотрите, какая поддержка для Украины, независимо, республиканцы и демократы. Просто тот вопрос, он объединяет эти партии, так же, как в Польше. Просто этот вопрос объединяет всех. Просто мне кажется, что на сегодня то, что можем сделать, это каким-то образом влиять на общество Западной Европы. И смотрите, коалицианты канцлера Шольца, да, намного более проукраинский, чем он сам. Ну, партия СДПГ, она вообще такая более пророссийская Шрёдер. в этом Да, дела Шрёдера там и все такое. но они одновременно экологи. Против ядерного оружия. Но дать им аргумент. Да? То же самое, чтобы господин Макрон объяснил, почему величина Франции требует, чтобы ядерное оружие было тоже у России. Ну, простые вещи, которые нужно донести. Да? Надо спросить соседей России, да? Ну, зачем Казахстан? Казахстан, да? Нужно, чтобы было ядерное оружие. Грузии это нужно, но кому нужно? Смотрите, меняется тогда отношение к санкциям. Потому что тот, кто нарушает санкции, он не что-то там вредит, да, территориальной границе, а он просто за то, чтобы у бандита оставалось ядерное оружие. Тот, кто продает станки, да, для продукции зенитных ракет, которые к нам прилетают, да, тоже голосует за ядерным оружием. Это касается каждого из нас. Это вовнутри Украины, в Польше, каждого человека. Любого русского можно спросить. Любого. Я считаю, что надо сделать так. Во-первых, серьезные опросы в Европе, да, по вопросу, считают ли, да, что война должна закончиться. Это во-первых. Во-вторых, нужно нарисовать стратегии. И во-третьих, создать коалицию государств, политическую коалицию государств, которые за то, чтобы довести, чтобы связать санкции с ядерным оружием, да, и чтобы довести Россию к добровольной сдаче. Смотрите, уверен, что в такой коалиции найдутся Великая Британия и Соединенные Штаты, и Польша, и Литва, и Латвия, и Эстония, и Финляндия, и Швеция. Нет инструмента принуждения. Россия должна будет провалиться во внутренний коллапс вследствие санкций. И это будет длинная история. Мы понимаем, что... Еще раз, история должна быть длинной, потому что цель Направо. санкций – это не допустить к возникновению потенциала милитарного у России. И этого можно достичь только благодаря санкциям. Без снятия санкций, если санкции будут сняты, да, и остается ядерное оружие, остается цар, кнопка, остается чекисты, которые это обслуживают, да, есть ресурсы, которые можно продавать, потому что нету санкций, зарабатывать, выстроить более современное оружие и прийти снова. Да? Короче, это смертная угроза. Санкции и так будут, независимо от этого. И просто санкции здесь ключевые для нашей безопасности.
Но смотрите, вокруг отношения к ядерному оружию у России можно создать сильный идейный союз государств. Думаю, что можем подумать над названием, да? И это будет работать. Это будет работать. В демократических обществах это будет действовать на общество, независимо от того, что хотят. Политики это будут использовать для того, чтобы выигрывать выборы. И это будет в союзе с Украиной. И Украина будет нести идею, да, которая объединяет, которая дает информацию, за что Украина воюет, что не только за свои территории, да, но тоже за безопасность для мира, для всех соседей. Вот. В комментарии вот пишут, чекати, що РФ позбавлять ядерної зброї безглуздо, бо крім неї у них ніякого впливу немає на світ. Швидше озброїти Україну. Смотрите, вопрос в том, что такую идею выложил бывший министр иностранных дел Польши Radosław Sikorski. Да? Это сразу вызвало реакцию в Москве. Это русским может нравиться. Ну, смотрите, про эту идею, чтобы санкции не снимать пока, молчание. Потому что эта идея построена на основе подхода Ганди. Ноль сотрудничества с тобой, ЗЭК, пока у тебя ядерный пистолет. Не хотим от тебя ничего. Будет нам невыгодно. Будем жить плохо. Но не будем с тобой торговать. Не будем тебе говорить здравствуй. Не будем тебя видеть. Ты для нас не существуешь. Ничто, что твое, не принимаем.